2 ноября 2021 года, примерно 18 часов 20 минут на 59-м километре автодороги Темников-Барашево-Тингушево, 40-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 12-й модели, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд вправый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка. Татьяна Глухова, инспектор отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России, Темниковский.